Екстрено Путін другий день поспіль виходить із заявами. Каже диктатор, що такого оружия, как орешник, в мире пока нет. И как Зеленский отреагував на выходные Верховной Рады через загрозу ударом. Про це не тільки поговоримо із Романом Світаном. Пан Романе, добрий вечір. Раді, як завжди, вас бачити. Вечір добрий. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, маємо сьогодні насичений новинний день п'ятниці. І перед тим, як початаємо тут традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії, просимо поставити цьому відео одразу лайк, написати коментар. Ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь, ваші питання до пана Романа теж одразу пишіть. І підпишіться на цей YouTube-канал, тому що з вашою допомогою ці меседжі, які ми обговорюємо, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, буквально перед тим, як почати цей ефір, диктатор Путін вийшов з традиційними своїми екстреними собраннями і заявами. І от кілька заяв маємо, давайте ми їх і обговоримо прямо зараз. Испытания Орешника прошли успешно, я с этим вас и поздравляю, говорит Путин. Испытания мы будем продолжать, процесс сказал диктатор Путин буквально несколько хвилин тому. Пане Романе, тут ваша аналитика про эти успешные випробування и чему Путин уже вдруге экстренно выходит от с такими заявами. Он перебивает негатив от использования атакамсов и Storm Shadow по российской территории. То есть после того, как нашими партнерами было принято долгожданное решение передать нам достаточное количество ракет с разрешением бить по российским военным объектам на российской территории, это легло такой неподъемной ношей для информационного уже российского потока и, естественно, для того плебса, российского, этих «Боже, царя-хранителей», две трети россиян, которые очень сильно негативно восприняли, конечно, эти удары. И вот Путину надо было перебить, с одной стороны, перебить сам информационный поток, а потом взять на себя, почему он каждый день сейчас начинает выходить в эфир, он или там его двойник, тройник, это уже пусть специалисты разбираются, выходить в эфир Путина подобное существо и держать в постоянном информационном, то есть перевести на себя этот весь информационное внимание российского плебса. Вот они забыли уже о работе Атакамс и Storm Shadow. Вот этот вот механизм, как это работает. То есть перебивается какой-то поток, который надо перебить более мощным информационным вбросом. И вот они его сделали. То есть пуск ракеты, которая еще сырая, которая там большие сложности с наведением, непонятно вообще, как она еще работает. Для них же она и непонятна, потому что наводить суббоеприпасы, допустим, когда они идут в плазме, ну практически невозможно, потому что через плазму не проходят радиоволны. То есть это очень большие проблемы, и докладывать постоянно о ней, о том, что она где-то есть, гипотетический орешник, по крайней мере, пусть орешник, ради бога, как угодно они могут его называть. Буданов это кедр назвал, Путин назвал орешник, большинство россиян путаются, называют боярышник, мы тоже шутили об этом. То есть кто-то, кому-то нравится кокошником это называть, это не важно, как это называется, но это держит в информационном потоке. Вот уже второй день он говорит об орешнике. То есть скоро уже об ореховом куске начнет говорить, который с ним начнет уже разговаривать. Это Путин еще с ореховыми кустами не разговаривает. Потому информационный поток на себя переключен, на Путина, по крайней мере. Но этот информационный поток, конечно, российский. И перерезал негатив по атакамсам. Задача с этой точки зрения выполнена для российского плебса. Сама ракета, сама по себе ракета, ну, она не может быть, во-первых, серийной, потому что еще серийного производства ее нет. Несколько ракет, которые предсерийные, так называемые, для испытаний производятся. Они производятся на экспериментальных, вернее, на заводах, которые могут выпускать какие-то такие экспериментальные ракеты, узлы и агрегаты для этих ракет. В основном это делает Москва, Московская область. Там есть некоторые заводы теплотехники. А серийное производство такого рода ракет, оно будет развернуто на уральских заводах. Поэтому для нас сейчас очень важно, и для наших партнеров, наверное, еще важнее, чем для нас, не допустить развития, производства именно серийного. Надо уничтожить российские заводы, которые могут производить такого рода ракеты. Они находятся на Урале примерно
на дальностях 2-2,5 тысячи километров. Это как раз рабочая дальность для томагавков. Не просто так наше военно-политическое руководство запрашивало томагавки несколько месяцев назад. Не надо было усмехаться тогда нашим партнерам. Это именно для этого запрашивали, для того, чтобы для вашей безопасности в том числе. А вы же не можете уничтожить российские заводы по производству этих орешников, а мы можем. У нас боевые действия, у нас война с Россией. Мы можем это сделать, потому просто механизмы нам нужны. Эти механизмы вы можете нам поставить. Поставьте нам томагавки, и мы обезопасим в том числе и Европу, страны НАТО и Европу, в принципе, всю от такого рода ракет. Это ракета, которая, в принципе, ну, пусть она межконтинентальная в полном объеме не считается, дальность у нее все-таки на пределе, на рубеже, так почему ее там и рубежом мы в свое время называли, на рубеже 5,5 тысяч километров, а эта дальность пусть не считается межконтинентальной баллистической, пусть средней на излете, так сказать, но дальность позволяет достать до того же, до той же Британии, то есть всю Европу прошить. А это уже достаточно большие проблемы для Европы в том числе, потому совместными усилиями можно прекратить дальнейшее испытание и серийное производство такого вида ракет. Пане Романе, якраз таке про серійне виробництво ось цих ракет і випробування, тому що Путін, він сказав про те, що рішення по серійному производству Орешника прийнято і практично організовано. В ГУР сказали, що для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум 10 випробувань. Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум 10 ракет буде. Росіяни повинні запустити приблизно 10 ракет, як мінімум, точніше. На вашу думку, чи зможуть якраз таке свої випробування цієї ракети росіяни проводити по території України, продовжувати це робити, і, відповідно, ще 10 разів, як мінімум, вдарити по Україні? Ну, для того, щоб 10 разів ударити, їм треба 10 ракет где-то взяти. А їх произведено несколько штук, причому, ну, як мінімум, 3 уже использованы. Потому вряд ли они там 10 используют по Украине. Если еще и запустят 1-2, это большой вопрос. Дело в том, что при такого рода испытаниях это же испытывается не только стартовая установка, испытывается в том числе система наведения, и им нужна обратная связь. То есть они должны, вот эта ракета, которая сейчас была выпущена и по Днепру попала, она же для россиян, ну, максимум дала какие-то результаты на старте, а не на заходе. То есть они же не получили траектории падения, они не получили остатков ракет, они не получили механизмов захода болванок, тем более болванки были простые. То есть они еще, скорее всего, у них и боевых частей как таковых в серийном производстве нет. Есть, может быть, есть боевые части экспериментальные, но не серийные, так это точно. Потому у них получается вот такого рода пуск, он был для них как испытательный пуск, максимум только на стартовую установку. У них проблемы действительно со стартовыми установками. Часть ракет выйти не может даже из тубусов, а некоторые взрываются в шахтах шахтного базирования. У них тот же «Сармат» уже там с полдесятка ракет в шахтах взорвались. То есть вот только на это. А получается, что в полном объеме ракеты они испытать не могут. Потому, скорее всего, часть испытаний, если они будут их дальше проводить, этого кедра. Сейчас испытание все-таки часть ракет пойдет на полигоны российские. Ну, там у них есть полигон для выполнения такого рода задач. Им надо понимать заход, корректировку боевой части, которая заходит на цель и так далее и тому подобное. Мы же, естественно, эти данные им не предоставим. Наши специалисты сейчас работают с этими болванками, определяют определенные механизмы, в том числе, как они заходят. То есть а по ним уже можно определить некоторые параметры самой ракеты как таковой. Но это, еще раз повторюсь, это, ну, это пограничная, это не межконтинентальная баллистическая ракета, это пусть ракета средней дальности, с большой, то есть практически на рубеже перехода в межконтинентальную. У россиян есть намного опаснее ракеты, причем их, ну, где-то до 1500 штук. То есть любая тяжелая межконтинентальная ракета типа той же «Воеводы», или ракет морского и подводного базирования, она также может быть запущена и зайти в Украину, в украинское пространство, нанести определенный ущерб, опять же, определенный ущерб. И для нас важно обеспечить безопасность не только от этих
пытающихся стать в серийное производство боярышников или кокошников, как угодно их можно называть, а именно тяжелых ракет. А для этого надо запрашивать у наших партнеров в общей системе, расширение в общей системе безопасности европейской, натовской, в том числе и американской, системы ТАД. Сейчас надо вопрос решать срочно. ТАДы уже Израиль одну систему, как минимум одну систему выпросил себе. Нам надо таких две системы, это минимум. Запрашивать, разворачивать. Хорошая система за атмосферного перехвата 200 километров по высоте. Есть еще больше, более мощные системы Иджис. Мы уже рассказывали, как, ну давайте повторимся. Это система в основном морского старта, морского перехвата межконтинентальных баллистических ракет на большой дальности, пусковые установки МК-41, которые могут быть сняты с кораблей и поставлены на землю, замурованы, если так можно сказать. Вот то, что сделали румыны. И 13 ноября в Редзиково запущена такая система вместе с пусковыми установками ракеты СМ-3. Это уже 1500 километров по высоте. Это уже космос такой довольно-таки глубокий, где можно перехватить российскую ракету еще до начала разделения ее на части, ну то есть на сегмент. Потому вот такие надо сразу запрашивать такого рода системы, причем рассчитывая на применение россиянами, в том числе и межконтинентальных баллистических, настоящих, реальных, с большой дальностью 15 тысяч километров, прикрывая и Украину, и Европу, и часть Соединенных Штатов. Пане Романе, на додачу до тієї системи, про яку ви говорите, по-перше, з'являється повідомлення від президента України Володимира Зеленського про те, що Умєров вже працює з партнерами для отримання нових систем ППО. І про систему Aegis, про яку ви кажете, ми знаємо, що широко використовується союзниками США, включаючи і Японію, і Австралію, і Іспанію, і Південну Корею. Іноземна версія систем розміщена про це ви вже сказали, у Румунії та Польщі, і, відповідно, є частиною програм НАТО з протиракетної оборони для захисту Європи від балістичних загроз. Але враховуючи, що зараз наші партнери навіть не спроможні збивати російські ракети на свої території, які залітають, то чи можемо ми сподіватися, що у майбутньому все ж таки або ж Румунія, або Польща погодиться у разі чого збивати ось ці міжконтинентальні балістичні ракети, які, ймовірно, знову ж таки можуть полетіти по території України? Ну, як мінімум, вони повинні такі ракети збивати на своїй території. Можуть і над нашою, якщо у них траєкторія польоту буде закінчуватися на їх території. Тобто це щось такі системи відслежують, прорисовывают саму баллистику, то есть саму траекторию полета ракеты, видят, куда она примерно бьет, а потом уже включается система на ее перехват. То есть чем важно именно общее, то есть вхождение украинского воздушного пространства, украинской земли, украинских стартовых установок, если они будут размещены у нас на нашей земле, вхождение в общую систему противоракетной безопасности НАТО, ну, Европы так это точно, потому что часть Иджис используется, вы правильно говорите, она используется практически по всему миру, прикрывая, ну, в основном это морского базирования, то есть морского старта, морского базирования, удобно там ту же Японию, Южную Корею, Тайвань, Австралию прикрывать кораблями. Но у нас другая ситуация, и в Европе в том числе. Часть кораблей используется для прикрытия Европы с других азимутов, но со стороны, допустим, России, Китая и Ирана в том числе, то есть восточного, юго-восточного направления, оптимально использовать пусковые установки, находящиеся на земле. Часть, кстати, этой системы в Турции расположена в том числе. Она также видит, перекрывает это направление. От Ирана прикрывает, в принципе, ту же Европу. А вот от России, чем ближе к России будут находиться пусковые установки и локаторы, там же не просто пусковые, естественно, система локации, и локаторы видят на дальность больше 1000 километров, потому чем ближе они будут, грубо, к Уральским горам, тем безопаснее в Европе будет дышаться от российских ракет. Потому оптимальный вариант — это все-таки не использовать и вообще не добиваться там использования этих румынских и польских пусковых установок системы Иджис, а именно у себя располагать. И тогда будет выстраиваться более-менее нормальный уровень, фронт практически
который может удерживать с востока удары российских баллистических ракет, вот, начиная с Турции и заканчивая там той же Финляндии и Норвегии. Это вариант. Вопрос по Беларуси. Ну, с белорусом, я думаю, договоримся. Лукашенко уже не просто так китайский язык учит, сброит усы, поедет в Пекин, а белорусы станут полноправными европейскими членами, то есть членами европейского сообщества. Ну, это в качестве сарказма, иронии, может быть, какой-то. Ну, вопрос такой, что надо будет, конечно, решать вопросы по Беларуси. Но вот такое выстраивание системы, она может, кстати, перекрываться. С Кольского полуострова, с Украины перекрывать, в принципе, по дальности перекрывать и в том числе направление в сторону Беларуси, над Беларусью, вот, по крайней мере, сбивать российские баллистику, если она будет идти в сторону Европы. Вот такой механизм оптимальный. Я думаю, на него надо сосредоточиться, а не запрашивать у наших партнеров возможности уничтожения там, баллистических ракет над нашей территорией, которые будут на их территорию идти. Я о чем хочу чуть подчеркнуть. Российские баллистические ракеты сбивать надо не над украинской территорией, а над российской территорией. То есть они на старте, на восходящей траектории должны сбиваться, или даже если уже в космос ушли, то падать они после уничтожения на Россию должны. Вот в таком режиме. А такой режим возможен только если эти пусковые установки у нас будут стоять хотя бы там вдоль Дніпра на правом берегу Дніпра. Також, пане Романе, маємо інформацію від української розвідки. Росія могла створити кілька прототипів балістичних ракет «Кедер». Про це запевнив очільник ГУРМО Буданов. І він запевнив, що за даними розвідки, за жовтень РФ виготовила щонайменше два дослідних зразки нової балістичної ракети «Кедер». А сама ж ракета «Орєшнік» – це наукова назва. Насправді ця ж система називається «Кедер». Вона є носієм ядерної зброї. Тут, пане Романе, загально, що вам відомо про у цю історію, коли цю ракету почали виготовляти, як вона взагалі з'явилася, ті технічні характеристики, які вже маємо в публічному просторі, та загально, що, на вашу думку, ще українська розвідка може дізнатися такого, про що, наприклад, Путін боїться безпосередньо, що може дізнатися ворог, тобто ми? Ну, это линейка ракет «Тополь», еще старые советские «Тополя», они на базе «Тополя», они несколько ракет создавали россияне, пытались развить и межконтинентальных, и ракет средней дальности, ну, это пограничья, о которых я говорил. «Тополь», «Ярс», «Рубеж» — это та же самая ракета. Ее закрывали в 2018 году, но, скорее всего, на ее базе создали тот же «Кедр». То есть вот это все «Тополь», «Ярс», «Рубеж», «Кедр» — это примерно однотипные ракеты. Ну, примерно однотипные ракеты с некоторыми нюансами, связанными там с по дальности, может быть, по системе управления. Потому эту ракету, этот «Кедр», россияне уже несколько, действительно, тут ГУР уже этот момент подсвечивало. То есть два пуска было этих ракет, которые были как пуски определены. То есть ракета поднялась, в конце концов, со стартовой площадки, а дальше или вышла с тубуса, в зависимости от механизма пуска. И дальше по определенной траектории заходила на российские полигоны. И сколько ракет было произведено и не поднялось, взорвалось на старте, ну, мы только по «Сармату» видели 6 подтвержденных. Сколько там было по этим «Тополям», по крайней мере, их модификациям, этих «Тополей», «Ярсов». «Ярсы» — та же самая картина у них на старте, вечно проблемы были. И тот же «Рубеж», та же картина, они же так он и не пошел в полную силу. Ну, пусть они назвали его вместо «Рубежа», там, допустим, «Кедр». Путин называет «Орешник», мы называем «Боярышник», кто-то называет «Кокошник», мы это уже определили, эти названия. Кому как нравится, как угодно их можно называть. Вопрос — это ракета пограничной средней дальности, уже пограничной с межконтинентальной баллистической. Ракета где-то с дальностью 5-6 тысяч километров. Это все зависит от, почему эта дальность определяется, по общей конфигурации ракет. Дело в том, что есть определенные законы, связанные с гравитацией Земли, связанные со скоростями некоторыми, там, первыми, вторыми космическими, с баллистикой как таковой.
с дальностью, по размерам ракеты, по большому счету, можно определить ее дальность, примерную, по крайней мере. То есть это вот ракета примерно дальности до 6000 километров. Это как раз пограничье, рубеж так называемый. Боевая часть у нее в районе тонны, причем разделяемая боевая часть. А боевая часть как таковая, она может заменяться. Она может быть просто идти как болванка, тонна. Она может идти как фугасный заряд, то есть чуть больше тонны, допустим, весом. Это может быть разделяющие части. Вот мы видели болванки этих разделяющих частей по видео без взрывов. Это значит, были болванки просто. Или не болванки, это были боевые части, которые просто не взорвались. Это тоже может быть. То есть недоведенные до ума, и которые, в принципе, эти болванки или эти части должны были бы получить российские инженеры для исследования прохождения плотных слоев атмосферы. Вот я почему говорю, что это идиотизм в чистом виде, и принятие решения было политическим. Потому что они ж не получат эти болванки, а по ним можно было определить, как воздействует атмосфера на определенных скоростях сверхзвуковых. То есть это такой, попытались они больше политические себе дивиденды, ну, про них мы уже говорили, чем как испытание как таковое. Потому если, допустим, просчитывать вероятность еще одного удара такого же уровня, допустим, то она, ну, мало, она, конечно, есть, она, опять же, в политической плоскости лежит, но с точки зрения технической, военной, они должны ее испытывать, доводить до серийного производства, испытывая ее именно по своим полигонам, чтобы получить образцы вот этих болванок или уже боевых частей, как они отработали по цели, непосредственно, непосредственно изучая эти образцы. Пане Романе, вкотре звертаємося до наших глядачів. Бачимо, що вас багато, майже 3000 глядачів нас зараз дивляться. Дякуємо вам за вашу активність. Пишіть, звідки ви нас дивитеся, з яких міст, з яких країн. Вкотре дякуємо за те, що ви обираєте український контент, контент 24-го каналу. Пане Романе, повертаючись до того, що ви згадували про Білорусь, і тут цікава інформація з'явилася від, зокрема, білоруського ЮНА про те, що Білорусь може бути причетна, залучена до розробки російського ракетного комплексу «Кедр», яким Росія атакувала Дніпро 21 листопада. І в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що до розробки ракетного комплексу «Кедр» залучили кілька російських підприємств. Серед них Федеральний науково-виробничий центр «Титан» барикади у Волгограді. І за даними моніторингової групи, це підприємство є одним із таких основних отримувачів продукції Мінського заводу колісних тягачів. І, як зазначають, що за 9 місяців 24-го року білоруський завод поставив оборонним підприємствам Росії 200 вагонів, а це немало, з колісною технікою та комплектуючими. І, як зазначає Гаюн, в першу чергу Білорусь постачала шасі для різної техніки, і білоруський завод відправив підприємству «Титан Барикади» 36 вагонів із технікою та комплектуючими. Спираючись на цю інформацію, яка вже є, спираючись на повідомлення від білоруського ЮНА, таким чином, чи є вагомі підстави вважати, що шасі білоруського МЗКТ цілком могло бути використано для розробки ракетного комплексу «Кедр», і Білорусь, по суті, стала співучасником розробки саме ось цього комплексу і цієї ракети як такої? Ну, не тільки для розробки, а й для зборки в тому числі. Ну, звісно, шасі білоруські використовуються в більшості російських систем, які переміщаються. Більше скажу, білоруські шасси использовались некоторые, по крайней мере, которые у нас на нашей территории были до 22 года, использованы были в Богдане, по производству Богдан наших САУ. Потому в этом смысле белорусский, ну то есть это что-таки шасси, то есть это шасси, на которое можно поставить что угодно, по большому счету, когда идет заказ на техразработку, а тех задания, так называемые, там дается определенные указания, какого вида груз может быть, какой конфигурации, веса и так далее и тому подобное. Они могут даже не знать, что разрабатывается под этот груз. Понимаешь, что это будет ракета, понятно, но разрабатывают все-таки шасси. Поэтому я бы так сказал, это не Беларусь причастна, это оккупационный режим Лукашенко, который заставляет некоторые белорусские проектные бюро и, естественно, и
производственные мощности участвовать в непосредственном уже производстве в России сборки, это уже крупноузловой, можно сказать, и такого в том числе вида вооружений. Еще раз повторюсь, большинство российских тягачей именно белорусского производства. Это еще с Советского Союза повелось, и мы в том числе их тоже использовали. Також, пане Романе, маємо інформацію від західної преси про екстрене засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться 26 листопада для обговорення наслідків вчорашнього ракетного удару по Дніпру. Очевидно, що певна міжнародна реакція, певне міжнародне занепокоєння має бути, як Оля вже зазначила, що президент долучив міністра оборони Умєрову, аби протиповітряна і протиракетна оборона якнайшвидше поступала в Україну. Тут, пане Романе, в цьому контексті хочеться вас питати, яку слід очікувати міжнародну реакцію, міжнародне занепокоєння, і чи слід очікувати вже після настільки серйозних ударів щось не лише на словах, а і дійсно якусь протиповітряну оборону, яка найближчими тижнями вже може бути в Україні? Вот если бы поручили этот вопрос, допустим, тому же Лещуку, который занимался своими ПВО, понятно, что там летчик должен управлять ВВС, но вот Лещук, то уж точно в 300 раз лучше бы выполнил задачу по запросу и объяснению какого типа, каких механизмов, чем, допустим, Умеров. Ну вот есть вопросы к людям, которые не профпригодны по данному по данным производствам. Ну, нет военного образования, нет базового образования, нет понимания процессов у людей. Еще раз повторюсь, у Олещука в 300 раз больше, потому что человек занимался именно ПВО и очень хороший ПВОшник в этом смысле, это генерал. Мы о нем не слышим, то есть мы его не слышим. Вот если бы это было так, тогда можно было говорить о том, что действительно будет проработано со всех сторон, будет проработать именно этот вопрос. И аргументы, которые привел бы генерал Олещук, ПВОшник, а у него образование как раз базовое, именно ПВОшник заканчивал именно эту кафедру. То есть тогда можно было бы говорить, что можно как-то надеяться на понимание наших партнеров. Но пока будут выполнять такого рода задачи люди, далекие от понимания процессов, без базовых, особенно военных или там непосредственно уже этих образований, ну, будут вопросы. Я думаю, будут вопросы и у наших партнеров. Ну и нам надо понимать, что может быть сбои по выполнению такого рода задач. Потому давно вопрос назрел по поводу исполнительной власти. Надо вопросы решать, ставить профессионалов, именно профессионалов с профессиональным образованием, базовым образованием. И тогда коммуникации с нашими партнерами будут быстрее, предметнее, ну и наполнены будут теми механизмами, которые действительно нам надо для прикрытия, во-первых, наших рубежей, ну и, естественно, участия в общеевропейской доктрине безопасности. Это если так. Ну, реально, конечно, мы уже проговорили, то есть что нам надо, какого уровня ПВО нам надо. Ну, это мы так мазки бросили. А там же очень много моментов, связанных со спецификой применения, со спецификой имплементирования в общую систему ПВО, с подготовкой некоторых специалистов. Потому что, ну, давайте нам, да, сейчас запросим, дайте нам так, а кто им управлять будет? А сколько надо подготавливать по времени специалистов для управления ТААДом? А сколько надо ракет, предположительно, и где их размещать? То есть это целый ворох вопросов, в которых больше разберется профессионал, специалист, чем человек с улицы, поставленный на выполнение этой задачи. Пане Романе, засідання Верховної Ради у п'ятницю сьогодні, 22 листопада, скасували через загрозу російського обстрілу урядового кварталу у Києві. Цю інформацію підтвердили народні депутати у коментарі Суспільному. І після цього вийшло відеозвернення від президента України Володимира Зеленського, і президент різко відреагував на ось цей
вихідний Верховної Ради через загрозу удару. І президент України зазначив, що за відсутності повітряної тривоги держава, виробництва, посольства всі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний. Як відреагували вперше ви, коли побачили те, що Верховна Рада пішла на вихідний на тлі ось цієї загрози? Та прокоментуйте, будь ласка, реакцію від президента України Володимира Зеленського. От президента пусть там, звісно, так сказати, коментують. Діло в тому, що це ж внутрішні якісь посили, позиви, це щоб не навредити, називається. Ну, а по депутатам все понятно. Ну, то есть, ребята решили сочканути. Тут появилась такая возможность в пятницу до пробок выехать из Киева или вообще в него не заезжать. Ну, конечно, они этим воспользуются. Потому с этой точки зрения, ну что им сказать, ну 5 баллов надо поставить, молодцы, красавцы. Только надо было то же самое днепрянам рассказать, что так, оказывается, можно было. Ну то есть, зная, что будет удар и это самое, особенно когда пошли ракеты, так, что можно было прекратить работу и уйти или, допустим, сочкануть тоже так, как депутаты. Потому в этом смысле, конечно, ну пусть это там, пусть это ирония, понятно, это я с иронией все-таки говорил, но тем не менее, то есть такое понимание того, что вся страна под ударами, никто не сочкует, наоборот, еще попробуй загони, выгони и заставь выполнять протокол по воздушной тревоге, даже когда она звучит, а депутаты, ну, это на их совести. Хотя с точки зрения человеческой, конечно, понять можно. Появился механизм спетлять от выполнения служебных обязанностей, который никак не лег и не повлек ограничения по денежному содержанию. Ну, кто бы им не воспользовался. Конечно, шарыш — это святое дело. Потому депутаты так и это самое, решили так. Ну, а, естественно, реакция президента здесь, она уже понимает, что человек отвечает за некоторые механизмы жизнедеятельности государства, она была негативной. Это у нас она иронично-позитивная, а люди, которые отвечают за безопасность государства и за принятие определенных, особенно законодательных механизмов, там, конечно, негатив такой серьезный. Причем сегодня, насколько я помню, должен быть, было быть вопросы к правительству, то есть должны были пропесочить правительство по каким-то причинам. Его не пропесочили. Вот один из механизмов наш. Тут окремо лайк треба, пане Романе, за ваш гумор, за ваші жарти від нашої з вами аудиторії. Втім, пане Романе, тут і до серйозно, бо дійсно, от як Оля зазначила, що вчора ввечері ширилося доволі багато різної, направду, і сумнівної інформації. Сьогодні зранку вже говорили про те, що можуть, ймовірно, вдарити по одному з військових полігонів на Львівщині. Там російська пропаганда ще купу версій вкидає. Зранку також обговорювали про ядерний можливий удар. Але от якщо говорити, пане Романе, виключно серйозно, очевидно, що Росія може завдати і другого удару по території України. І очевидно, що росіянам треба показати в першу чергу не їх аудиторію і показати, як там кажуть, і українцям. Але от уявити, якщо рішення приймати, ухвалювати з психіатричного того кабінету, де перебуває диктатор Путін, куди в теорії, не розкриваючи жодної таємної інформації, він може бити там умовно по урядовому кварталу, чи все ж таки більше по військовим об'єктам? Ну, два аспекта. Здесь треба їх розділити. Тому що коли почнеш змішувати, то створюється така серйозна паніка, ну, по крайній мірі, панічна атака, так називаємо. Є два аспекти. Є воєнний аспект. Так вот, с точки зрения военного аспекта, россиянам вообще нет никакого смысла использовать ракету межконтинентальную, баллистическую или средней дальности для выполнения боевых задач на территории Украины. Почему? Потому что у них есть ракеты намного дешевле и намного в большем количестве. Это «Искандеры», это «Кинжалы», это те же крылатые ракеты. Но если смотреть с точки зрения баллистики, так только «Искандеры» они перекрывают ну, почти половину нашей территории. Кинжалы накрывают всю нашу территорию. Они намного дешевле, и их намного больше,
чем вот таких экспериментальных ракет. Потому использовать эти ракеты для нанесения в военных целях удара по территории Украины нецелесообразно. Микроскопом с гвозди забивать. Вот это примерно так. Это военный аспект. Потому с точки зрения военных они вообще больше ни по чем бить не будут. Ну, не должны, по крайней мере. Но есть политический аспект. Здесь вы правильно, ну, мы это проговаривали. Если надо еще будет дожать на российское общество, то есть дожать каким-то позитивом или снять негатив, допустим, по атакамсам и по Storm Shadow, однозначно могут. Причем могут ударить по тем местам, где есть хорошая видеофиксация. Ну, то есть где такого рода удары, заходы можно будет потом в режиме таком же информационном распространить и показать, что у них вот такой фейерверк может создать там ракета, которая сотни миллионов долларов стоит. Ну, вот примерно так. С этой точки зрения. Вот тогда, да, тогда может быть принято решение нанести удар, допустим, по тем местам, еще раз повторюсь, где есть хорошая видеофиксация, это в основном большие города. Уровня того же Днепра, имею в виду уровня примерно такого, того же там областные центры. Это, а если, допустим, будет стоять задача геополитического какого-то давления, ну, то есть давление на наших партнеров, может быть, для показания некоторых особенностей использования этой ракеты, то тогда да, тогда они могут нанести удар по полигону, там, где предположительно могут находиться, допустим, средства поражения наших партнеров, и могут нанести по полигону, чтобы показать уже результаты боевой работы. Тогда видеофиксация таковая не нужна, потому что это будет направлено на наших партнеров. Потому вот здесь вот три аспекта. Какой из них, ну, за военный, я уже сказал, то есть он отметается без вариантов. Какой политический или геополитический может Путин принять решение по одному или по другому, либо по обоим одновременно? Это уже чисто от него зависит. Вот этот аспект остается. Потому надо быть, конечно, предельно аккуратным, осторожным, особенно в ближайшее время, при включении тревоги или при четком понимании, что идет баллистика. Есть такие механизмы, которые предупреждают о заходе баллистики. Принимать все меры предосторожности. Военные знают, как это делать, то есть тут вопросов нет. Гражданскому населению надо понимать, что, ну, считайте, та же самая баллистика, то есть стандартный протокол безопасности при получении сигнала воздушная тревога, баллистическая атака, то есть кинжалы или искандеры. Та же самая картина и МБР, межконтинентальные баллистические ракеты. Потому что боевые части, по большому счету, у них примерно одинаковы. Даже если в разделенном состоянии, так боевая часть того же рубежа или там боярышника этого, она меньше в несколько раз, чем боевая часть того же Искандер. Боевая часть, допустим, отделяющаяся, разделяющаяся, то есть суббоеприпас, если можно так сказать, он где-то килограмм 100 может вести, а боевая часть Искандера — полтонны. А боевая часть, допустим, той же Х-22 — тонна. То есть мы уже, ну, уже не одну эту сотню или тысячу тонн получили себе на головы, потому для нас с этой точки зрения это не большее испытание, чем серьезная баллистическая атака россиян наземных или аэробаллистическими ракетами. Пане Романе, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую. Дякую за ваші чіткі роз'яснення, заспокоєння, за ваші жарти. Роман Свідан, льотчик-інструктор, полковник з вас Української армії. Традиційно щодня відповідав на найголовніше питання цього дня і цього тижня. За вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть свою думку щодо тих тем, які ми обговорювали, чи зможе Путін ще раз дарити по Україні ці ракети. Взагалі пишіть свої думки і свої жарти, теж залишайте в коментарях щодо і заяв Путіна. Ці ракети, яка вже розлетілися фактично на меми в соцмережах. Також підпишіться на цей YouTube-канал та побачимося в ефірі на 24.